Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса» 21 сентября. Сообщают о том, что акции протеста против мобилизации проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве есть кадры, на одном из которых полураздетая девушка лежит на асфальте в окружении ОМОНа. На втором парня тащат по земле, а митингующие просто смотрят и снимают. Также в Москве пропагандисты пытаются убедить женщин отдавать своих сыновей на убой. В Питере во время акции протеста митингующих начали избивать дубинками, есть пострадавшие. Всего на 8 часов вечера задержали более чем 500 человек в 30 городах России. Митинги и протесты идут во многих городах, люди повыходили на улицу. В моем телеграм-канале есть кадры непосредственно с места событий, с комментариями местных жителей и вообще с тем, что сейчас происходит во многих городах России. Люди против войны, против мобилизации. Будем надеяться, что людей будет выходить на улицы больше, и таким образом они смогут как-то повлиять на решение президента Российской Федерации Владимира Путина.